Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Офт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор камфоры 50 грамм. Камфора синтетическая представляет собой белый порошок или почти белый, кристаллической структуры. Внешний вид может изменяться при изменении температурного режима. Раствор синтетической камфоры обличается прозрачностью и безцветностью. Синтетическую камфору широко применяют в промышленности, технических целях, фармакологии, ароматерапии, косметологии. Долгое время ошибочно считали, что исключительно натуральная камфора обладает полезными свойствами и благотворно влияет на организм в целебных целях. Однако позже установили, что существенная разница между природной камфорой и ее синтетической формой не обнаружена. Косметические свойства камфоры синтетической таковы: отличные ароматизирующие качества, антивозрастное свойство, тонизирует, придает гладкость, осветляет веснушки, пигментные пятна, укрепляющие действие на волосы, ресницы. В целях ароматерапии камфора оказывает успокаивающее действие, снижает состояние стресса, благотворно влияет на качество сна, борется с последствиями общей усталости. Косметическое применение таково: дезодорирующие средства, массажные смеси, маски и кремы для ухода за жирной кожей, маски для волос, укрепляющие шампуни, парфюмерная продукция, кремы для ног. Вот в таком пакетике мы отправляем камфору нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!